И вот Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совбеза. Об этом сегодня написали многие российские СМИ. Как вы полагаете, зачем он всех собирает? Вот обсудить провальную мобилизацию в первую очередь? Ну, они же будут все равно что-то делать. Они будут там бросать в бой новые резервы, они будут клепать на заводах танки, пушки, боеприпасы, снаряды, там мины. Они будут еще какие-то меры предпринимать. Ведь у них сейчас задача только одна. Это они, у них истерика идет такая. Они же находятся в возбужденном психиатрическом состоянии. И им нужно что-то делать, чтобы как можно дольше удержаться у власти, чтобы как можно дольше избежать коллапса своего режима, как можно дольше балансировать на вот волне недовольства, которое все больше и больше охватывает население. Ну, как-то они будут там, наверное, что-то с пропагандой делать, вот они еще будут делать, как-то они будут там разворачивать оборонный комплекс, как-то они будут встречаться с новыми вызовами, которые появляются в связи с признанием России террористическим государством, ну и так далее. То есть у них есть о чем поговорить. Может быть, они решат сдаться. У них сейчас последний и самый единственный правильный выход. Просто сдаться. Вывести войска, сказать, что отдаем замороженные ресурсы, что готовы платить репарации, готовы нести ответственность, вину и так далее. Ну, тогда что-то еще может быть. Но мы же понимаем, что это не научно-фантастический вариант. Поэтому они будут обсуждать, как они будут дальше вести войну, что делать, как удержать фронт, что делать после потери Херсона, который, я считаю, неизбежно потерял в самое ближайшее время. Ну и так далее. Ну пусть поговорят. Сотрудницы ФСБ и член ЧВК Вагнера попросили политическое убежище у Франции и уже дают показания для расследования военных преступлений России, в том числе в Украине. Об этом СМИ сообщают со ссылкой на правозащитника Владимира Осечкина. Вот как вы считаете, пошла жара ждать крупных признаний? Они последуют как тогда, когда начнут сдаваться генералы. Вот тогда мы увидим крупные признания. Сейчас мы будем, ну, как бы на оперативном таком тактическом уровне, если так можно выразиться, получать какую-то информацию. При всем том, что, конечно, и сотрудники ФСБ, и ЧВК «Вагнер» обладают какой-то интересной информацией, в общем-то, нас больше сейчас с вами интересует, а что же происходит в Кремле. Насколько там уровень безумия, так сказать, захлестнул всю эту властную верхушку. Насколько они сошли с ума и насколько они готовы к дальнейшей войне и какими методами. Я думаю, что сотрудники ФСБ и ЧВК «Вагнер» такой информации не владеют. А вот когда начнут сдавать там люди всю эту информацию, это будет, конечно, выдающееся, трагическое, но очень интересное зрелище. И я думаю, что мы это скоро увидим. Как вы считаете, как быстро вот первые крысы побежали уже с корабля, как быстро пойдут вот эти генералы сдаваться? Потому что они ведь понимают, что вариант абсолютно проигрышный, и на скамье вот Нюрнбергской никто не хотел бы оказаться, в Гааге той же. Ну, не хотел, там нравится, не нравится, да? Иди в трибунал, моя красавица. Вот тут уже, как говорится, обратной дороги у многих нет. И быть им, так сказать, под трибуналом и давать показания. Как скоро сообразят они, что надо спасать шкуру. Я думаю, вот как раз, когда Херсон будет деоккупирован, и все поймут, что перелом в войне наступил, перелом окончательный, обжалованный не подлежит. Дальше это будет уже деоккупация Украины со всем полным военным поражением Путина, с нарастанием военной мощи украинской армии за счет обучения, так сказать, тренировок и поставок этого оружия Западом, вот тогда вполне возможно побегут первые генералы, которые будут давать нам очень интересные сведения, рассказывать очень интересные истории, от которых у нас там, может быть, даже волосы будут дымом вставать. Ну, у кого они еще сохранились, по крайней мере. Ну, вот первые эшелоны с российскими военными прибыли в Беларусь. Вчера на всех местных каналах показывали, как их встречают. И, кроме того, белорусским военнослужащим запретили выезд из страны. Исключение – это только поездки в Россию. Как вы думаете, чего ожидать от Лукашенко сейчас? Ничего нового. Будет этот танец живота исполняться. Но он не танец живота, он же на шпагате сидит, если вы помните, да. На шпагате? Да, я уже много лет сижу на шпагате, да. А, ну пусть он сидит на шпагате, но перед Путиным он исполняет танец живота. Поманить и бросить. Вот, поэтому я думаю, что он этой тактикой будет продержаться до конца, и пока не поставит пистолет, не приставит пистолет к виску и скажет, если либо ты сейчас идешь воевать, либо мы тебя сейчас грохнем. Я думаю, что до этого времени он будет
дурить голову Путину, изображать лояльность и так далее и тому подобное. Конечно, он сдал страну. Конечно, он пособник военного преступления. Да? То, что творит Путин, у него есть пособник, и этот пособник называется Александр Лукашенко. И, конечно, он заслуживает трибунала. Но вот он боится вступать в открытые бои столкновения, поскольку тогда у него вообще никаких шансов уцелеть не будет. То есть даже физически уцелеть. Я думаю, что он никогда это не... Ну, если вот не приставит пистолет к виску, он этого не сделал, потому что весь его, вся власть, вся его жизнь сегодняшняя зависит от поддержки силовиков. А если он этих силовиков бросит в бой, и их начнут кромсать, крошить, так сказать, там и превращать в мясо, в мясорубки войны, конечно, они там вздыбятся. Они еще его сами свергнут быстрее, чем, так сказать, это сделал народ в 2020 году. Я думаю, что он это очень хорошо понимает. Поэтому мне кажется, я, конечно, могу ошибаться. Конечно, я не знаю, там, какой уровень истерики, какой уровень давления на Лукашенко. Но я думаю, что он до конца будет имитировать лояльность и активность, но не пойдет в бой, если только это не будет связано с реальным риском для его собственной жизни. Генералы Путина больше ему не доверяют. Об этом заявил экс-командующий сухопутных войск США в Европе генерал Бен Ходжес. И вот по его словам, Путин назначил нового командующего Суровикина, поскольку тот очень к нему лоялен. Ну, проще говоря, не будет оспаривать его приказы, даже самые людоедские. Вы все сказали. Я могу только кивнуть. Вы правы. Вы подтверждаете, вы согласны с этим утверждением? Ну, я согласен, да. Ну, генералы, они ведь... понятно, что они все подельники, понятно, что они все военные преступники. Те генералы, которые ведут реальную войну в Украине, они же захватчики, фашисты и так далее. Но они, я думаю, что прекрасно понимают, что их бросили на невыполнимые задачи. Они не смогут выполнить там те приказы, те поручения, которые, вернее, какие задачи, и приказы, которые им отдает Путин, они понимают, что они стали заложниками. Они понимают, что их там в любой момент утилизируют. Я уже считаю, что Путин начал готовить общество к делу генералов, поскольку там и Пригожин, цепной пес Пригожин, цепной пес Кадыров, они уже, так сказать, облаяли генералов с головы до ног. И вполне возможно, что это вот первая как бы ласточка будущего, грядущего дела генералов, то есть расправа с генералами, повешение на них всех собак за поражение в войне, которое неизбежно. Вот. Но если генералы хотят предстать перед нами в облике баранов, идущих безропотно на заклание, это их право, пусть идут. Если у них там есть то, что отличает дедушку от бабушки, ну тогда пусть они проявят это. Если они не проявят, значит они больше бабушки, чем дедушки. Посмотрим. Посмотрим. Генералы, конечно, не доверяют. Но и Суровикин-то один ничего не сделает. А что он сделает? Начнет бомбить украинские города-села? А чем? Сейчас там будет столько ПВО, что там, как говорится, не прорвешься, мышь не проскочит. Поэтому он привык воевать с безоружными, с беззащитными, я бы даже сказал. Может, не с безоружными, но с беззащитными. Утюжить самолетами сверху Сирию, там, где нет ни одного комплекса ПВО, который мог бы наказать агрессора или там летчика, да? Но вот это не тот случай. В Украине совершенно другая война. И если Суровикин, как утверждает расследование, человек коррумпированный, у него бизнес там на первом месте, но я что-то не очень верю, что можно сочетать, скажем так, быть стратегом и тактиком нормальным, серьезным командующим, при этом еще и коммерсантом. Я в это не верю. Либо так, либо так. Поэтому я что-то не очень думаю, что там с приходом Суровикина что-то принципиально изменится. По-моему, ничего не меняется. Вот я там не вижу никаких реальных сдвигов и изменений.